Говори, гражданин. Император мертв, как и его наследники. Легион без предводителя. Клинкам была доверена защита нашего повелителя, и они подвели нас. Иди своей дорогой. Итак, что привело тебя сюда? Добро пожаловать в таверну Ваунет. Могу я предложить тебе комнату? Или, может, желаешь вина? Да, действительно, это моя страсть – коллекционирование вин со всего Тамриэля. Но одно вино никак не попадает мне в руки. Это вино изгнания теней. Как бы мне хотелось добавить его в свою коллекцию. У меня появилась идея. Тебе, похоже, не чужда страсть к приключениям. Если сможешь найти 6 бутылок вина изгнания теней, я хорошо заплачу. Все, что я знаю о нем, это то, что оно встречается в многочисленных руинах фортов, разбросанных по всему Сиродилу. Это очень редкое вино. Была изготовлена лишь небольшая партия. Его сделал алхимик, являвшийся по совместительству и виноделом. Помимо того, что оно имеет потрясающий букет, тот, кто его выпьет, получает способность видеть во тьме. Временно, конечно. Винодел изготовил его специально для солдат легиона, служивших в фортах, в те времена, когда форты еще функционировали. Оно прекрасно согревало часовых холодными ночами и помогало им лучше видеть в темноте. Умно, правда? Я даже не знаю толком, что такое блуждающий огонек. А еще меньше, как их убивать. Мне кажется, что это просто болотный газ. Чистая постель ждет любого, кто готов заплатить 10 золотых. Тебя это устраивает? Хорошо. Это вверх по лестнице, последняя дверь направо. На эту ночь эта комната твоя. Спокойных снов. Продолжай поиски этого вина. До встречи. Эй, ты! Да, ты! Сюда! У меня есть то, что тебе нужно. Желаешь нечто особенное? Взгляни на мои товары. Уверен, ты не найдешь такого в местных магазинах. Ты не поверишь, воры забрались даже в имперский дворец. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Я многое могу показать тебе. Старайся не выходить из тени Ситиса.
on this chapel of the Bella? Look at the faces of the dead! This is your future!
Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Ура! Даже крабы дерутся. Иди ко мне, сладкое мясо. Ура! Все окончится здесь. Умри, тварь! Я тебя не боюсь. Я!
что такое, гражданин? Удалось ли найти вино изгнания теней? У меня нет слов. Тебе удалось найти 6 бутылок. Это вино займет почетное место в моей коллекции. Я даже не знаю, как мне благодарить тебя. О, чуть не забыла. Вот твое вознаграждение. На такое вино не жаль денег. Раз уж тебе удалось достичь таких успехов, давай договоримся. Если ты найдешь еще бутылки с этим вином, я с радостью куплю их у тебя и хорошо заплачу. Я бы купила у тебя вино, но для начала хорошо бы оно у тебя было. Я даже не знаю толком, что такое блуждающий огонек, а еще меньше, как их убивать. Мне кажется, что это просто болотный газ. Чем я могу заинтересовать тебя? Вспомни обо мне, если найдешь вино изгнания теней. Иди, бей и круши. Название, говорит, забудь. Что-нибудь понравилось? Я покупаю практически все и по сходной цене. Прощай. Пусть твои дороги будут безопасны.